Мы приглашаем на эту сцену лауреата премии «Золотой мангуст» Анну Андриенко под ваши громкие аплодисменты. Первого вице-президента Всеукраинской Федерации Чирлидинга, заслуженного тренера Украины, члена Судейского комитета Европейского Чирлидингового Союза, судья международной категории, почетный работник физической культуры и спорта Украины. Саш, вот видно, что ты не спортсмен. Пока сказал, уже задышка. Отдышка, такая. Отдышка. Да. Ну что ж, фотография на память. Награда должна найти своего героя, своего обладателя. Поздравляем вас, поздравляем, Анна, вас. Я так понимаю, что мы сегодня видели и наслаждались вашими подопечными. Ты знаешь, Тёма, я первый раз пожалел, что сразу не крепят ордена. Вот. И знаки отличия. Да тебе-то чего жалеть? Хоть посмотрю. Это Олег должен был жалеть, что не крепят. Да, Анна, прошу. Да. Благодарю организаторов «Мангуста» за приглашение, за эту шикарную премию. В спорте я приравниваю это к спортивному «Оскару», как вы все знаете. И я желаю организаторам переплюнуть даже спортивный, даже «Оскар». Вот. Дальнейшего вам процветания, успехов. И чтобы только самые достойные получали вашу премию. Спасибо, Анна.